На фоне напряжения между Россией и Западом Белоруссия отмечает потепление в своих отношениях с Брюсселем. Об оттепели заявил сегодня президент Александр Лукашенко в ходе встречи с австрийским министром по делам Европы, интеграции и внешних отношений Себастьяном Курцем. Лукашенко отметил, что ранее у белорусов отношения с Западом складывались хорошо, но затем, по его словам, Брюссель изменил тактику, а Минску ничего не оставалось, как это принять. Лукашенко также выразил надежду на развитие сотрудничества с Австрией. Я добавлю, что Лукашенко в Евросоюзе называют последним диктатором Европы. Но в прошлом месяце белорусский лидер заявил, что он таковым больше не является. По его словам, есть диктаторы похуже. МИД Беларуси сегодня также заявил, что отношения Минска и Брюсселя должны улучшаться.